меня зовут Балабанов Анатолий Сергеевич, я программист, и поэтому у меня, кстати, стихи соответственным образом цифровые некоторые. Вот, давайте цифровые стиха и начнем. Называется «Любовные пропорции». Тот, кто не любит цифры, не поймет, и не сумеет он ко мне придраться. Ей 60, а на словах лишь 25. Ну а в реальности, конечно, 18. Ему 14, но только по уму. По телу 38,5. А 25 или 42 не вру. Он носит 10 лет свой образ милый. Итак, им в общем 242, включая 23 из номера трамвая. 400 в кармане, не беда. Жаль, 800 на счете в ресторане. Их средняя 12,43. Их максимум как 32%. А производная такая ерунда. Лишь 23 на эти сантименты. Их массы с ростом словно 8 к 3. Их слезы в литрах кубометра достигают. Исчитывают в метрах их сердец объем. Поверьте, так в реальности бывает. И в чем здесь смысл любви, меня спросите? На это я отвечу вам едва. Ответ на это просто и очевиден. Ответ на это просто. 42.